Сейчас у нас два игрока получили серьезные травмы, и все интересуются, насколько серьезны травмы Ильи Максимова и насколько серьезны травмы Александра Шумени. Ну, в матче с «Спартаком» получили травмы два основных игрока футбольной команды «Волга». Очень тяжелую травму получил Шуленин, надрыв передней крестообразной связки, и выбыл на полгода. Это считается самая тяжелая травма в футболе, потому что срок реабилитации после операции от 4 до 6 месяцев, это индивидуально, самая тяжелая травма в футбол, которая, в общем-то... После нее сложно возвращаться в футбол? Нет, почему? Ну, есть, например, Кенфеев, который дважды разрывал крестообразную, дважды возвращался в строй. Сейчас медицина современная, в общем-то, настолько хорошо развита, что такие травмы восстанавливаются. У Ильи Максима менее тяжелые травмы, но тоже довольно-таки серьезные. Это надрыв четырехглавой мышцы бедра. Он выпал на 4 недели. Где будут лечиться Илья Максимов и Александр Шуленин? Илья Максимов будет лечиться у меня. Начал лечение, мы проводили лечение. А Шуленина мы отправили в Германию на операцию. С когда операция? На этой неделе оформляет визу. И после получения визы, значит, в понедельник-вторник пройдет операция. Дима Полянин, вот, кстати, тоже мог получить серьезную травму. Он обошелся спазмом приводящей мышцы бедра. Значит, после проведенного лечения он восстановился. Сегодня уже он работает в общей группе. В данный момент еще есть у нас третий травмированный игрок. Это Буйлов, который находится на реабилитации в Германии по поводу проведенной операции артроза голеностопного сустава. Он через неделю уже приедет и приступит к тренировочным занятиям. Ну, индивидуально, да, пока будет? Пока индивидуально, да. В общей группе. Об общей группе говорить еще рано. Егор Траканов восстановился полностью. Он провел уже 3 игры на хорошем, так сказать, движении, объеме. После игр смотрели, я его смотрел, то есть никаких проблем с приводящей мышцей нет. Ну, Влад Рыжков тоже, в принципе, восстановился. У него, в общем, проблемы, помимо того, что были ряд надрывов задней группы мышц, у него еще проблемы небольшие с позвоночником. Ну, в общем-то, тоже он восстановился и сейчас находится в нормальной форме, функционально.